По результатам проверок с начала года в Казахстане 55 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Таковы данные, озвученные директором Департамента государственных услуг Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. 17 мая столичный чиновник побывал в Караганде. Он провел встречи с госслужащими, а также посетил центры по обслуживанию населения. В деле борьбы с коррупцией Казахстан перенял самый передовой опыт других стран. Разработано новое антикоррупционное законодательство. Вот лишь некоторые задачи, поставленные перед обществом. Внедрение прозрачности и подотчетности государства, повышение антикоррупционной культуры граждан, налаживание контакта между госорганами и гражданским обществом. Обо всем об этом говорил директор Департамента госуслуг Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Адильбек Мукашев. Столичный гость посетил сразу несколько учреждений Караганды. Особая встреча прошла в Академии МВД. За последние годы значительно снижена бытовая коррупция, сокращены административные барьеры, повышено качество оказания государственных услуг. В рамках создания профессионального и престижного госаппарата государственная служба перешла на карьерную модель с соблюдением принципа меритократии и открытого конкурса. С учетом послания президента, агентством проводится форсированная работа по проработке перевода услуг в электронный формат и конкурентную среду как главного фактора нивелирования бытовой коррупции. Директор департамента Мукашев также посетил центр обслуживания населения, где встретился с персоналом. По его словам, в государственных учреждениях имеются вопросы, требующие решения. Но в целом антикоррупционная кампания в Карагандинской области проводится на должном уровне. Проблемным моментом является то, что в целом нужно интегрировать информационные системы, чтобы услугодатель при оказании государственных услуг он видел все сведения о лице, чтобы не было излишних получений справок, поскольку нами анализ показал, что порядка свыше 20 миллионов – это получение одноразовых справок. То есть 25% госуслуг, оказанных в Казахстане в 2016 году, это получение одноразовых справок. Чтобы это исключить, чтобы человек пришел, не ходил в другие государственные органы за справками, чтобы он получал все сведения в одном месте. Визит столичного гостя – это так называемая открытая проверка работы госорганов. Но есть еще и скрытая проверка с помощью тайного клиента. Этот опыт агентство по делам госслужбы применяет пока только в Астане, но планирует расширить географию. И в любом случае, каждый гражданин может указать на недостатки деятельности любого государственного учреждения. Андрей Тен, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.